Разработку программиста Ивана Волкова представили на международном симпозиуме по биомедицинской инженерии, радиоэлектронике и информационным технологиям. Удобный дизайн и разнообразие функций должны понравиться пользователям. В диаметрии присутствует дневник диабета, анализ уровня сахара и углеводов, калькулятор инсулина и другие опции. В планах перевести приложение на английский язык и добавить прогнозирование уровня сахара.